поздное время, держите ноги в тепле. Следовать совету героини фильма «Покровские ворота» лучше в любое холодное время. Тогда иммунитет будет крепче, а у простуды меньше шансов. Чтобы не подхватить грипп, осваиваем два способа профилактики – специфический и неспецифический. Неспецифическая профилактика направлена на усиление защитных сил организма. Это ведение здорового образа жизни, профилактика сопутствующих заболеваний и также воздействие на очаги инфекции и пути передачи. Наиболее опасные – это общественные места, которые имеют закрытые пространства, например, кинотеатры, торговые центры, магазины, автобусы. Вот их в опасные периоды стоит избегать и больше гулять, а еще почаще мыть руки, проветривать помещения и меньше контактировать с зараженными людьми. Себя тоже стоит обезопасить маской, вопреки стереотипу, что она нужна только заболевшему. Комплекс из разнообразной полезной пищи, соблюдение правил гигиены и применение средств для укрепления иммунитета дадут хороший эффект. Но сначала обязательно консультация с доктором. Здоровый образ жизни, правильное питание – это необходимо, но иммуностимулирующие препараты должны все-таки назначаться врачом, да, должны, либо в каком-то ограниченном количестве, потому что большое-большое количество иммуностимулирующих препаратов могут тоже оказать какое-то негативное действие на организм. Еще один способ профилактики, специфический, за который голосуют специалисты – это вакцинация. Вакцина против гриппа, она действует на наиболее широко распространенные штаммы вируса гриппа. В поликлинике есть кабинет специальный для вакцинации, можно обратиться в этот кабинет и также можно обратиться к участковому врачу-терапевту. Участковый врач-терапевт проинформирует обо всем и все расскажет, где поставить вакцину, какие могут быть побочные эффекты, осложнения, ну и прочее. Вакцинацию проводят с августа по октябрь. Если есть признаки недомогания, то вам прививку ставить нельзя, и вакцина не одна на всю жизнь. Прививаться врачи советуют каждый год. Но уж если заболели, то в первую очередь обращаемся к доктору, он назначит необходимые препараты. И помним, как бы ни хотелось, сбивать температуру ниже 38 градусов нельзя. Пусть организм борется с инфекцией. Если повысилась температура выше 38 градусов, то можно уже принять жаропонижающий препарат. Необходимо обрабатывать слизистые оболочки рта и носа растворами антисептическими. Это можно все сделать в домашних условиях. Чуть больше внимания к себе и окружающим, тогда никакие вирусы и простуды не разрушат крепость вашего хорошего самочувствия.